так есть мужчины, и именно поэтому Бог создал так мужчину, чтобы у мужчины была задача и желание помогать. А когда женщина говорит, я сама, ну нет. Когда женщина говорит, я знаю, ну нет. Когда женщина говорит, я смогу, ну нет. Вот эти ментальные слова, я знаю, я умею, я самая, я смогу, я там еще какая-то, я бизнес-вумен, я... Когда вы все тянете сами, когда вы не умеете перекладывать этим самым, вы отстраняете от себя в своей жизни людей. Вообще мечтайте вот о чем, чтобы найти человека, рядом с которым слово «я сама» исчезнет. Он пусть будет сам с вами, а вы будете с ним счастливы. Вот это очень полезный момент. Старайтесь его уловить и старайтесь это не делать. Чего хочет мужчина на самом деле? Я открою вам тайну. Когда вы будете слушать кого-нибудь, где-нибудь и когда-либо-нибудь, то вам, возможно, кто-то будет говорить о том, что женщины очень, мужчина, он очень любит, когда женщина о себе рассказывает, ему может быть неинтересно и так далее. Все это полная чепуха. Мужчина всегда выбирает женщину, с которой бы он хотел бесплатно переспать. Это особенность. Мужчины очень сексуально ориентированы делать так, чтобы женщина хотела.